В Барунхемчикском районе на посту АК в очередной раз пресечена попытка незаконного провоза спиртосодержащей жидкости. С начала года сотрудниками госавтоинспекции выявлено 34 факта незаконного оборота безакцизной и нелицензированной спиртосодержащей продукции общим объемом более 3500 литров. Накануне сотрудники ГИБДД выявили очередной факт незаконной перевозки спиртосодержащей жидкости. 19 февраля на стационарном посту ДПС АК госавтоинспекторами была для проверки остановлена Toyota Corona Premium под управлением уроженки села Хандыгайты. В ходе досмотра полицейские обнаружили 28 емкостей со спиртосодержащей жидкостью. Объем безакцизной и нелицензированной продукции составил 280 литров. Водитель авто пояснила, что все принадлежит пассажиру, 28-летнему жителю города Ак-Довурак. Водитель и пассажир транспортного средства доставлены в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. Спиртосодержащая жидкость изъята и направлена на исследование. По данному факту усматриваются признаки состава преступления: незаконное производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.